Интернет взбудоражили очередные кадры аварии с участием машины ДПС. Накануне дня автомобилиста на перекрестке Богдана Хмельницкого - Фучика произошла авария с участием «Калины» и патрульного автомобиля ГИБДД. Свидетели аварии утверждают, что «Калина» ехала на зеленый сигнал светофора. Машина ВАЗ-2115 на запрещающий. Патрульная машина ехала со спецсигналом, но без сирены. Предположительно, в обеих машинах были видеорегистраторы. В сети появилось видео с регистратора «Калины», где видно, как она выезжает на перекресток на мигающий зеленый. А патрульная машина, не притормаживая, выезжает на перекресток. По факту ДТП МВД по Чувашской республике проводится служебная проверка. После представления видео регистратора патрульная автомашина заехала на перекресток, включенный проблесковыми маячками, на красный запрещает сигнал светофора. А автомашина «Лада Калина» двигалась в направлении по улице Богданка Фучика на мигающий зеленый сигнал светофора. В ходе сложной проверки будут выяснены все обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия и виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.